раз в году вся семья собирается вместе. Двоюродные братья, троюродные сестры, даже прабабушка Коко. И победитель — боец в правом углу. Я обо всем ей рассказываю. Раньше вот так бегал, а сейчас вот так получается, очень быстро. Мигель, не болтая, жуть. Худенький какой. И еще похож. Ой, нет. В смысле, да? Ага, то-то же, то-то же. В городе празднуют День мертвых. Это единственный день, когда наши предки могут нас навестить. Я думал, это взрослые для детей выдумали. Я только... Это праздник семейный. Да, я не такой, как все они. Я чувствую в себе тягу к музыке. Прапрадедушка, я хочу быть музыкантом, как ты. Кто здесь? Выходи! Извините. Добро пожаловать в страну ваших предков. Мигель! Мы родственники. Вы скелеты? Живой! Дисней и Пиксар.